Ну что, всем полуночникам привет. Переходим к матчу финалу Major All Stars Tournament, квалификация Европы и команда Empire против ниндзей в пижамах. Ниндзей в пижамах, которые сначала обидели Power Rangers из Беларуси, потом наказали вот-вот Asus Polar, российский коллектив, и еще один российский коллектив ждет их впереди, я думаю, найдет коса на камень. Team Empire играет в гранд-финале против Ninjas in Pyjamas, и на данный момент у нас стадия пика. Еще раз напомню, это студия Игрокам ТВ, у микрофона друг. Стримим наиболее интересные, по нашему мнению, матчи, а интереснее матч, чем гранд-финал квалификации Европы между Team Empire и Ниндзей в пижамах, пока что нет. Так вот, давайте сразу перейдем к пику. Empire уже взяли Дазла, взяли Бристлбека, взяли Шейкера. Также Vengeful Spirit, SF, Slardar и Enigma в пике у Непов. Пик у Непов не то чтобы лучше, но интереснее, это 100%. Dazzle и Bristleback это было, это скучно. А вот Enigma посмотреть с Black Hole'ами будет достаточно занятно. Рубик сразу же отлетает для Team Empire, значит Enigma не единственный, кто будет кастовать Black Hole'ы в данном матче. Голос немножко подсел, и неудивительно, у нас 12-й, или как минимум 10-й матч, подождите, матч-то у нас, матч у нас 10-й как раз в стриме. Три матча между командами NIP и матчем, и командой Asus Pro, и еще 6 матчей китайского дивизиона. Короче говоря, 10-й матч, действительно, юбилейный матч на сегодня. Голос немного подсел, это неудивительно. Ну, за Empire, я думаю, покричи. За Empire и двор стреляю, ну, и так далее по тексту. Рубик в пик уходит у нас от Империи. Последний бан от ниндзей в пижамах. Что это будет, мы узнаем. Пока что мид персонажа у Империи нет. Шторм сразу же отлетает у нас в баню. И последний бан за командой Empire. Феникс. Не хотят видеть Феникса и правильно делают. Феникс неприятен вообще в любой, из любой позиции, с любой стороны. Феникс дисбаланс в драке вносит. И Вич-доктор от ниндзей. Это Enigma и Вич-доктор. Это Black Hole и Death Ward. Это просто кола и ром, это джин и тоник. Это все, что только может быть в паре. Team Empire последний пик должны сделать. И скорее всего, не скорее всего, а точно, это будет мид. Кого на мид они отправят против SF, будет интересно посмотреть. Ну, Шторма, конечно, здесь бы хотелось видеть, но Шторма уже не будет. Темплар Ассасин. Все очень и очень просто. Все вполне предсказуемо. Team Empire берут ТА, и ТА будет стоять против... А нет, 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 нет. Эра у нас на SF. Эра на SF, а в мид... Неужели в мид отправляется Слардар? Может быть и такое. Йонасом Фан у нас играет на Enigma, Хэндскин играет на Witch Doctor, Эра на SF, Силкит на Vengeful Spirit. Always Wanna Fly берет Дазла, Бристлбэк для Сайлента, Алоха Дэнс на Рубике, Темплар Ассасин. Так, секундочку, у нас со старта, как обычно, пауза. Темплар Ассасин для Резолюшена и, конечно же, Шейкер для Йоку. Для кого же еще, если не для Йоку? Йоку на Шейкере отправил в сетку лузеров команду Asus Pro. И там Asus Pro смогли всего лишь одну игру выиграть у NIP и, в общем-то, вылететь из борьбы за выход из, в квалификации. Ну, посмотрим на этого Йоку. Посмотрим на этого Йоку и как он будет вести себя против NIP. Не думаю, что NIP более грозный соперник, чем Asus. Polar, тем не менее, реализация будет интересна. Ну что, в любом случае у нас российский коллектив против шведского. За кого болеть, в общем-то, всем понятно, на каком языке я говорю, скорее всего. За ту команду болеть и буду, но будем стараться быть наиболее объективными. По факту, обе команды имеют неплохие шансы на победу. Нипы уже разыгрались, но Empire, я думаю, тоже вполне разыграны сегодня, катали, да и вчера. Empire к гранд-финалу, скорее всего, подготовились точно не хуже, чем их оппоненты из Швеции. Эра у нас отправляется в мид. Вот так решили. Лим будет играть на Слардаре.
Seal Kid у нас играет на Vengeful Spirit. Мид это будет соло или не соло, мы посмотрим. Jonas on Fun пока что на топ-руну отправляется, но это, опять же, ни о чем не говорит. Resolution заходит у нас в спину Лимпу. Видит Лимпа, и его самое главное, что видит Лимп. Расходятся команды подальше от друг от друга. Always Wanna Fly здесь. Если что, Poison Attack, я думаю, будет. Poison Touch, точнее, будет вкачан, и будет попытка что-то доснести. Ну, пока что контакта между командами не было. Здесь Centric ставит Aloha Dance. Знают ли об этом? Да, знают об этом, конечно, игроки команды NIP. Уже пропинговали, уже все есть. Хэндскин начинает наваливать по Aloha Dance. Здесь Seal Kid, и что? Это, наверное, First Blood. Грейв надо... Грейв даже бессмысленно было качать Дазлу. Просто пошел и просто отдался на First Blood Aloha Dance. Вот такое начало для Империи. Будет ли ответный удар, неизвестно. Пока что Империя 0-1 проигрывает, и НИПы уже по голде немножко да выходят вперед. Как видим, все, собственно, понятно. Кто у нас забрал First Blood? Одну секундочку. ФБ у нас забирает Enigma. Вот вам и пожалуйста. Enigma забирает First Blood, правда, по... немного совсем получил по экспириенсу. Даже руна Баунти помощнее выглядит на первом левеле. Resolution стоит против Эры. Эра в миде, это удивительно. Эра в миде, Эра имеет первый левел. И первый левел для него... первый левел заставляет его вкачать койлы. Но, тем не менее, он фармит пока что на уровне с Resolution. Эра забирает еще одного крипа. 4 на 0 у него. Resolution 3 на 0 идет. На сложную у нас Enigma. Enigma уже получает по спине. Здесь выходит неудачно Сатирмучитель. И шоквейвом прохарасил команду Empire. Немножко поставил их на место. И что здесь? Jonas on Fun на Enigma. На Enigma в соло сложную. И это действительно интересно. Через Эдалонов, конечно же, идет у нас Enigma. Как еще здесь фармить иначе? Лимп стоит в легкой и фармит на Слардаре. Здесь Seal Kid на подсейв. Здесь есть Хэндскин на Виджи Докторе. Также здесь Йоку в сложной. Йоку на Эшейкере. Это действительно непонятно, как получается у Шейкера стоять сложную и не умирать по КД. Йоку умудряется еще выйти, как я понимаю, на мид. Прокликали по нему игроки команды NIP. Его увидели и могут, в принципе, попытаться зацепить. Проюзали сразу же смог. Здесь Хэндскин под смоком стоит. Йоку это понимает. Йоку пойдет драться за руну. Йоку пойдет драться за руну. Йоку умрет. Это 100%. Йоку лоу хп. Выходит Seal Kid. Дотягивается станом. Но Йоку заходит на хайграунд. Вижн теряется. И это хорошо для оффлейнера команды Империя. Resolution на миде стоит 9 на 1, у SF 12 на 2, Эра поувереннее себя чувствует. У Эры 4 левел, что там у Resolution, давайте глянем. У Resolution тоже 4 левел, пока что без ничего Resolution, но уже катится сюда банка. У Resolution Refraction в макс, здесь есть один мелт, ну и Psyblades, разумеется. Как же без них вообще стоять можно на лайне такому персонажу, как Templar Assassin? Resolution не дофармливает немножко по крипам, чуть-чуть не доигрывает, но здесь Эра имеет уже достаточное количество дамаги, чтобы блочить попытку Resolution задынать дальних крипов. У Лимпа 16 на 17, даже на 4. Йоку стоит в соло на сложной, пока что 2 на 0 по крипстату, что у Enigma. Enigma отправился в лес. Jonas on Fun у нас имеет 7 на 4 крипстат. Здесь Эдалонами немножко подворовал и кое-как по голде, да, поднимается вверх. Да что значит кое-как? 1470 против 938 от Йоку. Флейн в любом случае сильнее у команды NIP, да и Шейкер будет Enigma будет вообще поинтереснее, чем Шейкер, честно говоря, в лейт-гейме. Разумеется, эти такие касты, как Black Hole, могут переворачивать игры, могут организовывать крутые драки, которые способны ход матча переломить. Templar Assassin. Пока что Boots of Speed. Обузит банку у нас Resolution. В принципе, все понятно. Покупает у нас ПТ Bristol Back. И покупает у нас ПТ. Покупает у нас ПТ также Слардар. Silent фармит на легкой. Никто ему не мешает. Но у Silent по крипстату дела немножко похуже, чем у Лимпа. У
Олимпа 27 на 7, 23 на 11 у Сайлента. Но здесь Энигма подворовывает, это понятно. Почему, когда... О, никогда, крипстат почему пониже. Пока что у нас просто по рунам бегают игроки с мида. Эра продолжает фармить у Эры. 118. У Эры 20 на 3 крипстат. У Резолюшена немножко повыше стал. 22 на 9. Резолюшен нормально денайт. Резолюшен еще и Эри через рефракшн может навалить. Кто здесь стоит? Здесь Always Wanna Fly стоит. Об этом не знает команда NIP, но знают о Йоку, который подходит на мидлейн. Эр отходит под свой тавер и правильно делает. 190 на руках у Эры. Есть Rise Band, есть у него Ring of Protection. Resolution старается байтить на себя, но Эра прекрасно понимает, почему этот байт вообще происходит. Он понимает, что стоят здесь игроки команды Empire и, если что, захватят его. Poison Touch в один, Shadow Wave в один. Куда пошел Эра, непонятно. Фиссура сразу же, Poison Touch, и Resolution должен забирать первый фраг на миде. Resolution забирает этот фраг, и счет становится 1-1. Забрали мидера команды. Это важно, это нереально важно для команды Империя. Сразу игра стала поинтереснее. Хэндскин приходит на мид, я так понимаю, просто подфармить. Просто поворовать крипов, отчего бы и нет. У него все это получается. Понимает прекрасно Resolution, что если его трэпы разбивают на хэкграунде, значит что-то здесь неладно. А неладно здесь вот что. Здесь стоит в центре вард. Тем временем Алоха Дэнс подпушил уже линию, куда у нас отправляется Silent. Silent за Ring of Protection, за Ring of Health отправляется, и Silent будет выходить в вангуард. Тауэр больше чем на 2/3 уже просел. Где-то четверть остается по хп. У Тауэра можно быть попробовать, в принципе, и запушить. Я так понимаю, Алоха Дэнс на это и рассчитывает, потому что Алоха Дэнс юзает у нас Фейтболт и планирует забирать Тауэр. Почему бы и нет? В принципе, отгоняет у нас отсюда Вич Доктора. Хэндскин не будет подходить, потому что сразу же под телекинезом Хэндскина разберут. Проюзали у нас Glyph of Artification. Что, Silent будет отсюда уходить? А смысл был стоять здесь, если отсюда в итоге будут уходить. Но поднимают у нас Лимпа. Лимп падает на голову своим ребятам и забирают первый тавер игроки команды Empire. Пускай и косвенно, но тем не менее тавер Непов падает. Также у нас Resolution продолжает погоню за Эрой. Выходит у нас здесь Йонасом Фан. Первый Malphite in the face Resolution. Resolution без хп, надо отсюда бежать. Йонасом Фан здесь Лимп. Погоня за Алоха Дэнс. Опять Лимпа у нас поднимают. Подстанили Хэндскена, и драка пока что захлебнулась. Выходит на мид команда NIP. Что у Энигмы? У Энигмы практически шестой левел. Здесь есть Soul Ring, и ждем Black Hole от Йонасом Фана. Это, в принципе, то, чего мы давно не видели. Black Hole — это безусловное зрелище. Black Hole'ом выигрывались самые серьезные и важные игры на самых серьезных и важных турнирах. Это в любом случае, это шоу-персонаж. Такой, наверное, как... такой, как никто. Хотел в пример привести Магнуса, но Магнус не всплывает. Хотел Ravage принести Тайтхантера в пример, но Ravage тоже не всплывает. Это все секундная вещь. А Black Hole дает возможность насладиться. 5 секунд ада для команды соперника при удачном Black Hole. И 5 секунд нереального морального подъема для команды, которая Энигму пикнула и нормально его реализовала. Но пока что игра более-менее спокойная, плавная. Давайте глянем по крипстату. Bristol Back практически нафармил уже на Vanguard. Так, Resolution у нас ловит в лицо стан от Винги. Поймали Резолюшена. Зачем он сюда пришел, мне непонятно. Надо отсюда бежать Резолюшену или хотя бы отдаваться Рошану. Нет, Резолюшен попадает в Black Hole. Это первый Black Hole в этом матче. В одного Резолюшена не пожалел у нас Йонасом Фан Black Hole. Че жалеть, мидера забираем. Праздник. Команда Empire без вопросов отдает у нас Templar Assassin. Счет становится 2-1. По итогу файта 423 заработали. Тем временем еще и Шейкера забрали. Два фрага подряд. Все это с участием Enigma. Один Black Hole и второй фраг просто от Йонасом Фана. Эдолоны есть, они второго левела. Ой, точнее третьего левела. Они проюзаны. И можно сносить Т1, отомстить команде Империя за снесенный первый тавер по легкой линии со стороны команды Empire. Silent уже купил Vanguard себе. Silent готов драться. В принципе, знают, что нет Black Hole, значит можно и подраться. Но здесь уже нет таура. Лететь надо на Т2. И будет ли Silent сюда направляться, или он останется фармить до
необходимых артефактов. Забираю Т1. Все, Т1 падает. Отжали игроки команды NIP данное строение. Поднимают у нас Вич-доктора и разбирают Хенскина на запчасти очень быстро. Через телекинез, через обычные удары с руки от Бристлбека. У него уже 8-й левел. Сайлент очень круто фармит. По нетворсу он на первом месте. 4500, у него 400 у резолюшена. Он, несмотря на смерть, опережает Эру на миде. Эру с мида выдавили и выдавили на на мультиспауны. Эра... Ну, Эра немножко поднимается, конечно. Мультиспауны делают свое дело. Резолюшен продолжает фармить на лайне. У него есть Drum of Endurance уже, есть фейсбуцы. Врывается он в Эру. Будет стараться разбить Эру. Из инвиза одна тычка и отменяет ульту у нас. SF на 9-м левеле. Ну, в принципе, да, 9-й левел. Эра вкачивает ульту и ждем реального исполнения Requiem of Souls. Кстати, комбинация под ульту Йонасом Фана более чем перспективная. Покупает у нас Enigma Hand of Midas. Hand of Midas, конечно же. И будет фарм немного да повыше. Ну что, по артефактам начальным кое-что вырисовывается у команд. Аркан Бутсы появляются у Рубика. У Сайлента мы уже видели, что Сайлент, кстати, решил отомстить Эре за те мультиспауны, которые имеются у него. У Сайлента получше ситуация. Он фармит стаки эншентов. И это действительно плюс. 760 сейчас по голде. И после еще нескольких ударов, точнее спреев, будет немного получше ситуация. Ну, где-то порядка 1500, я думаю, на руках будет у Сайлента после того, как он все это разберет. Ну, 1425, да, очень близко к 1500. Бристлбек на ровном месте зарабатывает... Зарабатывает фактически себе Crimson Guard. Здесь еще крипы появились, и Crimson Guard будет готов. Chainmail... Ну, в принципе, здесь на рецепт на Баклер насобирает. Все. Crimson Guard готов. Это 11-я минута. Можно драться. Почему бы нет? Все имеется для этого. Бристлбек вынес до хрени сейчас. Легкой линии. Сайлент нафармил нереально крутой артефакт. Как для 12-й минуты по таймингу. Это, по-моему, нереально круто. 4-2 по-прежнему победа над преимущество NIP впереди. Но с появлением данного артефакта дела у Непов будут немного да похуже. Кто там с руки может пробивать через Crimson Guard, непонятно. Как вообще его сбить, тоже непонятно. Vengeful Spirit пока что у нас без артефактов. Только Boots of Travel у Enigmy есть. Есть, в принципе, Midas, есть Soul Ring. У Witch Doctor, кроме тапка, ничего не имеется. Что у нас украл Рубик? Рубик украл у нас... Рубик каски украл у нас. Это круто. Каски у Рубика, плюс в дальнейшем еще что-то ворованное. Это будет интересно. Always Wanna Fly на Рубике, Aloha Dance на Рубике, в принципе, отыгрывает вполне себе уверенно. И это не первая его катка на данном персонаже. Здесь у нас Silent. Он с хайграунда видит команду NIP, которая подходит. Здесь Always Wanna Fly. Always Wanna Fly продолжает жить, хотя много в него ложили. Лежит Фиссура. Silent здесь, на Silent'е. Проклятие от Вич-доктора, да. Йоку поймали у нас в Black Hole. Йоку не давал еще Эхо Слэм. И разваливают моментально команду Empire. Минус 3 со стороны NIP. Что ждала Империя? Почему здесь Сайлент бегает соло? Почему Сайлент не уходит? Пока что непонятно. 3 в 0 уже. Резолюшен подошел здесь, но Резолюшен просто сможет забрать эталонов и все, что ему светит. Улетает отсюда Сайлент, улетает на лоу хп. И единственный, кто... не участвовал в файте, это Resolution. Resolution 1600 на руках. Ждем появления даггера, насколько я понимаю. Фейсбуцы есть, значит, будет скоро и даггер. Resolution должен быстро бегать, сильно бить. Ничего другого от него не требуется на первых этапах. Через Refraction, в принципе, под сейф есть, так что в ХП комплектоваться смысла немного. Эра тем временем выходит на вторую позицию по фарму, обгоняет Resolution на 300. По золоту и Бристлбек по-прежнему на первом месте. 6450 у него. Так, сбили у нас Линку Рошану. Ульта пошла от Always Wanna Fly. На Роху вышла команда Empire. Знает ли об этом? Знает ли об этом команда NIP? Да должна вроде бы знать. Resolution тоже ныряет сюда. Тоже подвижена. Все, прокликали. Я вижу, кликает туда Vengeful Spirit. И команда NIP знает, что... каким делом занимается Империя. Уже 4 стака гу на
Рошане, Рошан падает. Рошан падает, и, в принципе, драться нет смысла. Кто забирает Рошана? ТА забирает Рошана. Резолюшн уходит с Аегисом, и команда NIP не решается драться. В принципе, нет смысла. Все фуловые, там есть Дазл, который в любом случае выхиляет и бросит еще и Грейв на Сайленте. Пока его доковырять, можно самому сломать себе руки. Выход под смоком на мид команды NIP. Так, здесь у нас розочка пошла от Энигмы. Энигму должны сразу же разбирать. Фицура еще под ноги. Сайлент забирает этот килл. У Сайлента счет 3-0-0. 82 на 24 крипстат. Сайлент на третьем месте по крипстату. Но по нетворсу должен быть в топе. Да, 7000 на 100 и 7000 на 100 у Резолюшена. Два первых места за командой Empire и... Два мощнейших игрока, таких как герои, точнее, таких как Templar Assassin и Bristleback, возглавляют таблицу крутейших фармил. Т1 по низу падает. Алоха Дэнс еще умудрился украсть у нас Midnight Pulse. В принципе, подойти сюда не так-то просто и прилететь на ТП уже нет никакой возможности, да и смысла тоже немного. Резолюшен улетает у нас на верхний тауэр. Здесь у нас ульта пошла от Эры, но Always Wanna Fly в Грейве, Always Wanna Fly без маны, но пока что жив, умирает у нас от рук Эры, Always Wanna Fly. Сайлент начинает наплевывать по Эре, у Эры нет уже ульты, но у Сайлента практически нет хп, 5 стиков. Проюзал стики, подняли ветра. Почему подняли ветра и кто поднял ветра? Сам себя, видимо, поднял ветра. У нас SF, SF погибает и погибает также Сайлент вместе с Шейкером. По итогу файта 3 в 2. Разменялись, Империя не в свою пользу это сделала, счет 10-6 становится и 732 по голде зарабатывает команда NIP, ну и 145, короче говоря, понемногу, но отковыривают золото от Империи. На данный момент преимущество 600 и 600 по экспириенсу. У Лимпа имеется уже даггер, есть поверх даггера Ogre Club, есть Power Threads, он по крипстату... Фармил спокойно и уверенно на третьем месте, на четвертом, точнее, 81 на 18. Резолюшен на данный момент первый по крипстату, 106 на 23, но он там и долонов наворовал нормально. У Резолюшена будет появляться Яша. После Яши, как я понял, наконец-то появляется даггер. После Яши, я думаю, будет выход Манта Стайл, и дальше уже будем наблюдать появление Дезолятора. Ну, по лесу ходит команда NIP, пока что драться они не хотят. Кстати, очень сильно рассыпался у нас Bristleback. При том, что у него есть Crimson Guard, у него 1700... А, Crimson Guard, конечно. При том, что у него 1787 по ХП имеется. Есть Ogre Club, в принципе, Belt of Strange, все есть. Для того, чтобы выживать и переживать эти файты, тем не менее, очень быстро здесь под... Ударами Эры развалился, но с другой стороны там был Лимп, который бросает минус деф. И, конечно же, даже таких шипастых ребят, как Bristleback, не самая сложная задача развалить. Ну, давайте глянем еще, что по артефактам. У кого вырисовывается, у Рубика урна Аркана и больше пока ничего. У Шейкера, на котором отыгрывает Йоку, имеется Транквил Буцы, есть Соул Ринг. У Дазла... Тоже, собственно, ничего. Always Wanna Fly бегает только с Грейженным Стиком и с Обсервер Вардами. У Энигмы тем временем появляется Мека. Есть 890 сверху. Скоро будет Даггер. Иначе быть просто не может. Vengeful Spirit голая, но с Стиком пока что не Грейженным. SF у нас имеет Юул. Есть у него Ring of Aquila. Есть Bottle. Есть Power Threads. У Слардара... У Слардара мы видели Блинк Даггер, Огр Клаб, 1700 на руках сверху. У Вич Доктора есть Point Booster, будет выход в ранний Аганим. Хенскин пока что неплохо фармит, по нетворсу он на третьем с конца месте. Опережает он Дазла, опережает Vengeful Spirit.
По золоту давайте глянем. NIP на данный момент опережают своих соперников на 2000 с копейками. По экспириенсу 1000. Также видим, что по XP более 1000 преимущества NIP. Ну, выходит у нас Энигма уже на... выходит Энигма у нас на мультиспауны по Эншентам. А что у нас здесь? У нас здесь развалили просто в соло СФ. Давайте это посмотрим, пока мы смотрели за Энигмой. Здесь было поинтереснее. История просто моментально. Разбили лицо Эри и отправили на базу данного персонажа. 10-7 становится счет. Кое-как по экспириенсу и по голде команды выравниваются. Империя пошла отыгрывать преимущество. Резолюшн здесь, деревьев здесь нет. Вижен хороший. В принципе, видят также резолюшна. Лимб бежит у нас в резолюшна. Стан подсветили резолюшна. Резолюшну надо бежать отсюда. Зачем он останавливается, если на нем есть ульта, мне непонятно. Видимо, байтил на себя резолюшн. Так, рефракшн сбивают. Ну, резолюшна минус 21 по дефу. Это дохренище, честно говоря. Есть Яша, есть блинкдаггер, есть фазы. Все, в принципе, для драки имеется. Ульта пошла у нас от Always Wanna Fly. Все нормально по дефу уже будут иметь к моменту драки. Энигма здесь, Энигма близко. 1700 по голде, это значит даггера пока что нет. И это очень хорошо для Империи, потому что неудачно ворваться под Black Hole Энигмы или просто подставиться под Black Hole не будет приятно, это 100%. 10-7, Империя пока что проигрывает. Перед этим проигрывали Asus Polar, теперь проигрывает Империя. Нипы вроде бы идут ровно, но своего точно не отдают. Что у нас у Эры? Где он? Эра приобретает даггер. Это уже после Юла. У Эры нормальный мувспид. Эра, в принципе, готов врываться, ловить и делать все, что необходимо. Алоха Дэн здесь, в принципе, сладкая цель. Лим здесь. Один удар еще, и Алоха Дэнс разваливается. СФ забирает еще один фраг. 5-3 становится счет у Эры. И команда NIP выходит у нас пушить Т2 по топу. Что будет делать Империя? Готова ли она драться? Рубика нет. Рубика нет, а Энигма близко. Энигма готов драться 100%. У него уже практически есть деньги на даггер. Понятное дело, в этом файте его не будет. Сайлент заходит сюда. Сайлент получает Малифейс. Прилетает даггер Шейкеру. Это лучше, чем... ну, точнее, это гораздо лучше, чем если бы даггер прилетел Энигме, и драка была бы явно в пользу команды NIP. Где Йоку? Готов ли Йоку врываться и давать Эхо Слэм? В принципе, за ним, я думаю, стоит смотреть. Так, Энигма, Энигма здесь, в принципе, драка пошла у нас. Поймали Эру, Эра разультился. На лоу хп у нас команда Empire. Алоха Дэнс на лоу хп отсюда уходит. Через фиссуру все игроки Empire перебегают. Через несколько секунд Лимп сможет ворваться. Лимп пока что не врывается, врывается в одного Сайлента. Сайлента старается выхилить Always Wanna Fly. Нет грейва, но Сайлент очень много дамаги в себя впитывает, продолжает жить. По-прежнему Сайлент живет, у него сейчас еще откдешится стики, и может быть получится выжить. 70 хп, 60 хп, драка растянулась. Империя в полном составе жива. У нас умирает Лимп, умирает Эра, Сайлент жив. Сайлент жив, он старается еще и надамажить хендскина через кусты. Черт возьми, Империя нереально круто подралась. И драка может закончиться со счетом 0-4. Сайлент живой, Сайлент никуда отсюда не собирается уходить. Забирают четвертый фраг игроки команды Империя. Счет становится 11-11. Ни хрена себе, как Империя огрызается. Империя влепила нереально серьезную пощечину на NIP. Они поняли, что драться не так-то просто против этого коллектива. Да, у Энигмы есть даггер, но... есть даггер давным-давно у Шейкера. Йоку уже в этом файте был с данным артефактом, а значит и вывез более-менее нормально по дамаге. Умерли все, кроме кого. Я даже не наблюдал, кто там. А в принципе все у нас, по-моему, и умерли в последнее время. Ну что, поздравляем Империю, файт крутой. Главное не терять темп, не терять преимущество. Прилетает Ultimate Orb, есть Яша уже у Templar Assassin. Резолюшн остается совсем немножко до Манта Стайла. Игра становится интересной. Бристл Бэк, конечно, феноменально себя повел. Просто с покерфейсом ходил и на мужике, я думаю, даже ни единой эмоции на лице Сайлента в данный момент не было. Он просто ходил рядом и просто дамажил. Через крипов, через деревья, через все, что вообще выросло в дота лесу. Он дамажил
команду NIP дамажил на тот момент Witch Doctor. Не было хендскина Дезварда. Так бы, я думаю, Silent, наверное, погиб бы, но Silent чисто на мужике отработал данный участок игры, и это было действительно круто и эпично. Давайте посмотрим на графики. 1000 по голде преимущество Empire, 3000 по экспириенсу. Можно жить, можно драться. Упал тауэр на топе, второй, и по-прежнему стоят Т2 на миде и на нижнем лайне. У команды NIP та же ситуация, но на топе есть практически нетронутый тауэр. Империя готова драться, как я понимаю, они собираются вместе. 15 секунд до эхо-слэма от Йоку. У Энигмы, да и у всех игроков команды NIP, ульты тоже откадешились, тоже драться они готовы. Прилетает у нас Резолюшн Манта Стайл. На байбек денег нет, но байбечиться никто не собирается. Резолюшн не думает умирать в этом файте, как я понимаю. Как и в последнем файте, тем более в ближайшем. Ну, пока что ситуация к файту не располагает. Команды отошли по своим лайнам. Куда уходит Сайленд? Сайленд, в принципе, может позволить себе уйти в топ и пофармить. Рошан появится через 20 секунд. Кто его чекает? Его точно чекает данная штука. Псионик Трэп здесь стоит и увидят Рошана. Увидят 100%. Совсем немного осталось до Рошана. А здесь у нас врывается Йонас Омфан. И от него моментально отпрыгивают игроки команды Empire. Always Wanna Fly единственный подставляется. Под ноги ему Midnight Pulse. Always Wanna Fly погибает. И также забрали у нас Aloha Dance, но немножко подальше. Но в итоге 2 в 0. Рошан поднимается, об этом знает Империя. Здесь трэп есть от Резолюшена. И что, драться вдвоем уже нет смысла. Дазл мертв, 20 секунд еще будет мертв. В принципе, за него можно... За эти 20 секунд Рошан может упасть. Сбивают линку Рошану, вешает на него минус деф с Лордар. И Рошан падает очень быстро. 11 секунд нет Дазла, еще 15 секунд не будет Рубика. А значит, драка как таковая не состоялась. Как же неудачно Дазл погиб, как же неудачно погиб Рубик. Подраться на Рошане не удалось, Рошана забирает Эра. Кому же еще, как не Эре, Рошана таскать с собой. Эгис у него 1700 на руках у Эры, у капитана команды NIP. Еул имеется в принципе в этом билде, есть Блинк Даггер и покупает он Гёс Септер. Я так понимаю, выход будет в Этериал Блейд. В принципе, ни на что другое этот Скипетр покупаться и не может. Со стороны команды Empire, после Кримзон Гварда, Плейтмейл появляется у Бристл Бека. Это, я думаю, будет Кираса. Так, врыв у нас на Резолюшена. Врыв, точнее, на Эру от Резолюшена. Свап моментальной отсылки, да, летает у нас в ветрах СФ, сам себя поднимает. Здесь Лимп, Лимп дает минус деф к Резолюшену. Пошел наплевать Сайленд. Очень больно Веншфул Спирит, она здесь 100% умирает. Миднайт Пульс положил у нас Энигма. Где Энигма? Энигма без маны. Без маны на Блэк Холл. Отходит наша команда NIP. Аегис не сбили СФу. Фуловый он. Но теперь драка будет 4 в 5. 5, конечно же, со стороны Империи. Энигма у нас откадешил ману. У него есть Блинк Даггер. Блэк Холл уже на готове. Я думаю, Блэк Холл сейчас немножко доудивит команду NIP. В принципе, они знают о существовании Даггера и что Даггер... Можно заюзать, здесь стоит Aloha Dance. Он стоит далеко, и он стоит здесь только с одной целью. Он стоит здесь, чтобы украсть Black Hole Enigma. Иначе, зачем бы вообще было брать такого персонажа, как Рубик? Так, у нас здесь Йонас Омфан пока что не дает ульту. Резолюшена поймали. Дезвард бьет по Резолюшену. Резолюшен уходит от Дезварда. Грейв на него бросает Always Wanna Fly. Все, кроме СФа, пока что живы. СФ погибает, но это всего лишь сбитый Aegis. И команда Empire провязала смог, старается отсюда уйти. Лимп будет гнать их, но Лимп недолго погонит, это точно. В итоге не дали Black Hole NIP и Эхо Слэм не заюзал Шейкер. У Йоку Эхо Слэм первого левела, а у Нигмы 13 уровень уже второго левела Black Hole. Сколько это? Это все те же 4 секунды и урон до сотни.
Ух, как неприятно драться против таких персонажей. Так, выходит у нас здесь Йона Сонгфан, и у него опять нет маны. У него есть, если что, Soul Ring и крутой, в принципе, крутой Эхо Слэм от Йоку, но забрали только Vengeful Spirit. Йоку думал, может, кто-то еще будет врываться, может, Энигма с Блэкхоллом прилетит. Видимо, поджидал этого момента, не дождался. Энигма здесь, Энигма уходит на вражеский лес. Зачем? Падает Т2. Что себе придумал Йона Сонгфан, непонятно. У него нет Таунс Портала. Он лишь... Непонятно вообще, что... А, у него есть Boots of Travel. Он решил сплитпушить и решил отогнать команду Империи от своих... от своего хэнграунда по миду. Здесь в это время Эра отпушивает. Здесь съедаются... Ну, короче говоря, вообще Йона Сонгфан у нас не направился ни на один из лайнов. Соответственно, команда Империя не... не должна перетягиваться, но тем не менее пофармить пошли. Что у Йоку? У Йоку 630 по голде, это все после Блинкдаггера, все после Soul Ring'а. У Алоха Дэнс появляется Даггер, имеется Урн оф Шадоу, Аркан Бутс и 700 на руках. У Темплар Ассасин появляется Метрил Хаммер, есть... Так, где у нас кого забрали? Дазла у нас здесь забрали. Забирает его Слардар, Слардар уходит отсюда. Минус деф уже есть у Алоха Дэнс. И, в принципе, забирают спокойненько Энигму. Amplify Damage забрал Алоха Дэнс. Это, кстати, невероятно полезный спелл для команды Империя. Потому что здесь имеется Темплар Ассасин. И она неплохо так с молда режет деф. Резолюшн уходит. Рефракшн еще работает еще на 5 ударов. И... через Dagger Resolution отправляется к себе на базу хилиться. Dagger вместе с Refraction это, конечно, имба полнейшая. Это знают даже маленькие дети. Йоку 880 на руках. Алоха Дэнс пока что без ничего. Что у Бристлбека? У Бристлбека появляется после плейтмейла Митрилхаммер и рецепт на БКБ. Он не хочет попадать... под ульту СФ, ему это не нравится. Он не хочет стоять в стане Слардара. Да, в принципе, он вообще не хочет ни под какую магию попадать. Сайлент. Не к этому меня жизнь готовила, говорит. Темплар Ассасин имеет практически... Ну, первое и второе место делит Сайлент вместе с Резолюшеном. Резолюшен отстоял у нас мид. Сайлент отстоял легкую, спокойно, без каких-либо сопротивлений со стороны команды NIP. Энигма здесь был, но Энигма... много сделать точно не мог в соло, тем более, что здесь на подсейв были еще персонажи. У нас затягивается игра, 30-я минута, 31-я даже идет, 14 на 15 счет. В принципе, по одному киллу в минуту, но они как-то так размазаны по всей карте, что команды показывают немного, но все-таки скучноватую доту. Не планируют, видимо, нападать пока что друг на друга. Пока что не было ни одного эпичного блэкхола. Да и вообще блэкхолов было по минимуму. Один только был на моей памяти в ТА на 6-м левеле. Энигма все качает блэкхолы, а они все не юзаются и не юзаются. Резолюшн выфармливает уже чужой лес. Своего ему мало. Свой занял Сайлент. Понятно. Алоха Дэнс может встретиться сейчас с Йона Сонгфаном. Скорее всего, так и будет. Алоха Дэнс выходит сюда. Видит он Силкида. Поджигает его через Amplify Damage. Силкид с двух ударов рассыпается под Amplify Damage. Бристлбэк забирает у нас Vengeful Spirit. И 1 в 0 подрались. Просто разменяли вингу на пустое место. И отправились как можно дальше от этого, от этой части карты. У ВД уже... имеется Аганим. 120 после этого еще и на руках. Очень минималистичный Вич-Доктор. Аганим, Boots of Speed. Больше ничего не требуется от него. Просто удачно выбрать позицию, удачно поставить Дезвард и стоять наблюдать со смехом, как разваливается команда соперника. У ТА есть БКБ. Так, поднимает у нас воздух Йона Сонгфана. Что у нас украл Рубик? Рубик ничего не украл. Блэк Холл сразу по двоим. Резолюшн здесь. И Алоха здесь. Алоха Дэнса сразу же разорвало. Дезвард туда же. Два крутейших ульта. Два топовых ульта. И какие два? Три. Три топовых ульта. И все это на голову бедняги Резолюшену и Алоха Дэнсу. Во-первых, Блэк Холл. Во-вторых, Реквием оф Солс. И... Дезвард, как будто этого было мало ребятам из Империи. Ну,
Пожалели они, что ворвались, не смогли вовремя убить Энигму. Не хватило дамаги. Сайлент у нас здесь спушил тауэр. Сайлент отсюда старается уйти, и, наверное, у Сайлента это получится. Дамаги, в принципе, не так много, чтобы Сайлента убить под Amplify Damage'ем. Все меняется. Грейв вешается на Сайлента, но Сайлент, скорее всего, не уходит. Здесь иллюзии наваливают еще. Здесь есть Лимп. У Лимпа через секунду будет, я так понимаю, Даггер. Да, у Лимпа есть Даггер, но Сайлент бежит отсюда. Сайлент бежит, еще и заканчивается у Лимпа спринт. Можно попробовать подраться. Почему не стали игроки команды Империя подходить? Алоха Дэнс здесь уже близко, но команда NIP развернулась. Ну что, пощекотал нервы фанатам команды Империя Bristol Back. Сайлент уходит у нас очень побитый, но живой. Все на Кирасу уже есть, кроме Хиперстоуна. Или в курице летит Хиперстоун. Нет, Хиперстоуна нету. Осталось 2000 до покупки Кирасы. 33-я минута у нас идет. Давайте взглянем на графики. По графикам немного меньше, чем 2,5. Преимущество Империи. По экспириенсу разницы вообще никакой. 16-16. Катка не то что ровная, она просто идентичная со стороны двух команд. Давайте глянем по КДА, у кого что. Silent 8-1-4. 7-4-4 у нас идет эра. Ну и дальше по 4 фрага на счету Лимпа и Йонасом Фана. Дальше Resolution 3-2-2. Ой, 3-2-2. Залип. 3-2-4, конечно. И, ну, дальше меньше уже. Не считается. По крипстату на первом месте у нас Resolution. 251 на 27. Выход от команды Empire на Т2. Почему бы и не идти? Нет ульты у Enigma. Они это прекрасно знают. 42 секунды еще. Йонасом Фан практически бесполезный для своей команды. Может, есть смысл попробовать зайти на хайграунд. Но здесь уже крипы подходят к хайграунду. Надо бежать. Ульту проюзал у нас Дазл. Будет ли врыв сюда? Надо разлетаться. Нет, они идут на Рошана. Они не собираются. Здесь, в принципе, Always Wanna Fly сам отдефает. Команда Empire просто перемещается на Рошана. Но почему нет? Сайлент наплюет, и можно Рошана спокойно убивать. Вот команда NIP не кажется мне такой уверенной. Они подошли к хайграунду. Вот здесь Always Wanna Fly в соло все сделал. А Рошан тем временем упал. Resolution забирает у нас Aegis. И драться уже станет поинтересней. Resolution 3300 на руках. Будет ли это дезолятор? Есть ли смысл на 35-й минуте данный артефакт покупать? Ну, думаю, смысл имеется. Тем более, что Кираса скоро будет у нас у Сайлента на Бристлбеке. Загоняют здесь Силкида. Поймали его. Алоха Дэнс украл вейвов от террор. Чекать будет чем. Так, что у нас в курице? Рецепт на форстап покупает Алоха Дэнс. Через фейтболт еще немножко крипов подсобирает. И все. В принципе, даггер есть, форстап есть. А значит, можно подлетать и выпрыгивать из файта с украденным каким-то или проюзанным спелом. Рубик на это гораздо, Рубик способен. Тем более, Алоха Дэнс на Рубике, в нем вообще сомнений никаких быть не может. Сайлент с сыром у нас. Сайленту летит... Сайленту уже летит Кираса. Да, 2600 у него есть. В секрет-шоп у нас отправляется Баба Яга. И через несколько секунд у Сайлента будет Кираса. Ну, надо драться. По артефактам явное преимущество. Давайте так посмотрим. По серьезным артефактам у кого что. У Резолюшена собирается Дейдалус. У Always Wanna Fly появляется еще Владмир. Посмотрите на артефакты Сайлента и... В принципе, слабее гораздо артефакты у того же эры. Я уже молчу о хенскине. По нетворсу Сайлент должен быть на первом месте. Так и есть. 20 тысяч у него. Вгрызаются у нас в Йонасом Фана. Он включил БКБ и улетает на базу. Что украл Demonic Conversion? Украл у нас Рубик. Если пушить хотим, почему не юзать? Можно идти и пушить Line. В принципе, Enigma пока что эпичненьких блэкхолов не видели. Мы разве что здесь один блэкхол, больше каких-то вменяемых заюзанных ультов не наблюдали. Templar Assassin, на который отыгрывает Resolution, здесь, на вражеской стороне, на вражеской половине. Хэнскин видит ее, как я понимаю, бежать. Все хотят от Resolution, но у Resolution есть
Даггер можно попробовать ворваться в Силкида. Видит он Нет, Силкида он не видит. Тот на хайграунде. Пошла погоня у нас за... за Лимпом. Лимп в кусты и ТП-аут отсюда. Отсюда ТП-аут также должен делать Вич-доктор. Нет, он не может. У него 11 секунд. Они стоят здесь с Эрой. И говорят, ты видел вообще? Ты видел, кто за нами бежит? Да, я видел. Я видел, кто бежит. Что будем делать? Не знаю. Давай в кустах просто постоим. Наконец-то у Эры у нас... отрефрешился таун-портал, и можно отсюда убегать. То же самое и у Хэндскина. Наконец-то можно убегать, но Резолюшн шальной отсюда уже убежал, поэтому команда NIP может спокойно своим ходом уйти. Силки девардит. Зачем ты так девардишь? Ты так девардишь, ты расстраиваешь кого-то из профессиональных игроков. Резолюшн просто моментально разбирает вингу. Ну, с руки дамагой просто чокнутая. У Резолюшна уже, во-первых, 157 просто... с руки, а во-вторых, еще и минус деф от Мелда, и, понятное дело, столько вывести одна несчастная Vengeful Spirit не может. Сколько еще Vengeful Aura будет висеть? Пока что непонятно. Видимо, это какой-то просто какой-то баг. У Templar Assassin... Ну, это от рефракшена плюс 75. Это, в принципе, не считается. Почему Vengeance Aura висит, не совсем понимаю. Так, резолюшена 2900 на руках. Уже, я так понимаю, собраны Daedalus. Сейчас будет, да, все верно. Прилетает Daedalus резолюшен. Уже готовый в курьере. А что же резолюшен сможет выложить? Ну, барабаны, я думаю, можно от них уже будет избавиться. Что же еще выкладывать? Курьеры отправляются у нас барабаны на базу. Резолюшн, в общем-то, для нормального вменяемого файта собран. У ТА имеется 270 просто урона с руки обычного. Я не говорю о критах, которые могут прокнуть. И процент здесь очень хороший. 25, то есть каждый четвертый удар бьет вот столько. 850. И мы не говорим о Мелде, который тоже должен бить очень сильно. Эдалон и здесь сгоняется в курьере барабан за резолюшеном. Так решили. Кто будет проюзать из курьера? Ж барабан не проюзаешь особенно, ну. А, ну, в принципе, ждал пропажа Эгиса у нас резолюшен. И после Эгиса вложил в себя барабан. Все, в принципе, по гайду. Так, здесь у нас Сайлент. Сайлент вообще плевать. Он просто на чужой половине постоянно стоит и дерется. Старается доковырять ВД, моментально разбирают вингу. Давайте еще раз посмотрим, как разбирают у нас вингу. Один прыжок от резолюшена. Один подъем и еще один удар. Резолюшен убивает вместе с Алоха Дэнсом. Очень быстро у нас. Vengeful Spirit, в принципе, мобильная команда Empire. Даггер есть у Алоха Дэнса, есть у резолюшена, есть даггер у... Йоко это 100%. У Дазла разве что нет даггера. И Сайлент вообще плевать хотел на все модные штуки по типу даггеров. У Сайлента цель такая, чтобы впитать в себя кучу дамаги, проюзать сыр, стянуть на себя всех и потом уже разговаривать о чем-то другом. Ну что, ждем врыва от Энигмы. Где у нас Йонас Умфан? Он здесь, он попытается с фланга ворваться. Но команда Empire не кучкуется, и это хорошо. Видят Энигму, Миднайт Пульс пошел, Сайлент по хп проседает, но у Сайлента есть сыр на всякий случай. Миднайт Пульс будет еще недолго, и через со следующей пачкой крипов можно попробовать зайти. Здесь есть Эра. Эра попытается выфармить крипов. Эра это делает, Резолюшн тоже с одного удара убивает кучу крипов. Ну что, будут ли заходить на хайграунд? Или надо подраться предварительно, чтобы потом заходить на хайграунд? Непонятно. Ульту произвел у нас Дазл. Дает понять команде NIP, что драться они готовы и драться они будут именно сейчас. А когда еще драться? В принципе, победа может быть через 10 минут, через 5 минут при удачно забранном миде, а может растянуться на 20 минут. Чем быстрее, тем лучше. Резолюшн пошел нарезать по Эре, Дезвард. Так, Энигма, Блэк Холл в одного резолюшена. У нас крадет Блэк Холл, Алоха Дэнс. Крутой Блэк Холл сразу в троих игроков команды NIP, но очень битые были Empire. Empire в составе четверых человек огребают по хребту со всех сторон. Все их бьют. Сайлент дамажит со всех сторон. Сайлент вроде бы и повернулся спиной, но просто рейд босса какого-то убивают. Минус 4 со стороны команды
со стороны команды NIP и минус 5 делает у нас Эра. По итогу этого файта 3869 и 2500 теряет команда Empire. Давайте глянем на графики. Графики до ноля должны скатиться. Я думаю, что Империя почувствовала урок и поняла, что просто так драться нельзя, подставляться под Энигму, даже если он зацепил одного резолюшена, не стоит. Но здесь дело не в Энигме даже. Энигма поймал одного резолюшена, но убили резолюшена, можно же драться и без него. Также украл Black Hole у нас Aloha Dance, но он ворвался и этот Black Hole не смог во всех проюзать и моментально его сбили. Поэтому надамажить не получилось. Ну, Империя, я думаю, пошатнулась. Как минимум падает тавер у нас на миде. Это Т2 для команды Empire. И это последний Т2. Внешних товаров больше нет, собственно. И у команды NIP внешних товаров тоже не имеется. На всех лайнах все было снесено. Давайте по артефактам глянем. У SF после Eye of Skadi 2600 на руках появляется. Не стал он со старта идти в Ethereal Blade. Я думаю, следующим артефактом именно его соберет. У Энигмы после БКБ появляется Point Booster. Будет собирать он Аганим. А почему бы нет? Plate Mail также имеется, но, видимо, пошел сразу в Аганим. Да, просто приносит себе сразу три артефакта Энигма. И теперь Midnight Pulse будет проюзан еще и во время использования Black Hole. Ну, Аганим на Энигме такое можно видеть только в профессиональных играх. Попробуй заставь в пабе хоть кого-то купить Аганима за ним. Нет, какой вообще Аганим? Я покупаю Радианс, я сливаю нам катку. Спасибо большое. Сайлент купил Башер. БКБ 8-секундный. Асаут Керас, Сэндж, Яша, Эй и Кримзон Гвард. Но это все давние артефакты. У Резолюшена после Дейдалуса пока что ничего не появилось. Барабаны носит 2900 на руках. Есть, я думаю, смысл Дезолятор пойти хоть как-то разносить компанию, которая так жестко их встретила на своем хайграунде. У Алоха Дэнса появляется еще и Point Booster. Это для того, чтобы воровать повменяемые ульты. Шейкер, Блинк Даггер, Форстав и Йоул. На первом месте на данный момент становится Эра. Он обгоняет Резолюшен, он обгоняет Сайлента. Так, у нас врыв на Always Wanna Fry. Под Amplify Damage'ом моментально разбирают. У нас Дазл даже не дали попытаться вкастовать Грейв. Выпадает Гем. Я его вижу. Кто еще видит Гем? Видит ли Гем команда NIP? Я думаю, нет. А вот команда Empire должна понимать, что здесь Гем, конечно же, его прочекают. Сайлент его видит, но здесь надо забирать его Алоха Денсу. Не очень удачно Дазл прогулялся по реке. Так, поймали у нас Эру. Эра ничего проюзать не успеет. Моментально разобрали Эру. Где Энигма? Где Энигма? Энигма далеко. Энигма драться не будет. Выкупается у нас Эра. Умирает у нас Силкит здесь. Также умирает у нас Алоха Дэнс. Даггер, выпадает Гем. Пошла. Огромное количество дамаги пошло по спине Резолюшену. Резолюшен выкупается. Резолюшен возвращается в драку. Здесь уже начинают наваливать по Сайленту. Сайлент хоть и с шипами отбрасывается, но Сайлент по-прежнему живой. Поднимается у нас Рошан, и команда Empire выкупается. Они готовы драться за Рошана. Никто не отдаст Роху просто так. В принципе, у них есть все для того, чтобы удачно подраться. У Йоку, правда, нет Эхо Слэма. Эхо Слэм был проюзан немного ранее. Но, тем не менее, есть Резолюшен под Рефракшеном, который готов удачно стать и нормально под БКБ драться. Always Wanna Fly наконец-то забрал свой родненький гем. Зачем же он его покупал, если он будет просто так валяться? Команда NIP на хайграунде находится в своем лесу. Они понимают, что за Рошана будет основная рубка. Сейчас 2900 у Эры на руках. Почему? Потому что Эра выкупался. Эра очень много золота потратил для выкупа. Зачем он это сделал, я думаю, он сам себе пока еще объяснить не может. Но если бы он не выкупился, уже давным-давно бы падал Рошан. Об этом знают игроки NIP. Они понимают, что выкуп хоть как-то да приостановил команду Империя от забранного Рошана и краденого Эгиса. Резолюшен врывается сюда.
прочекали. Вейвам не достает команда Empire. Моментально умирает курьер, который прилетел сюда. Iron Branch лежит, курьер мертвый лежит. Резолюшена выталкивает отсюда, и все. Лимп врывается, дает стан по одному Рошану. Развели на курьера, развели на лишний станчик с Лордаром. Ну, Лимп, в принципе, такими станами располагает, это не проблема. Но, тем не менее, Рошан немного совсем бит, так что драка будет за него остервенелая 100%. Темплар Ассасин уже имеет Дейдалус, имеет Мантастайл. Мы это все видели, в принципе, Драма оф Эндуранс тоже видели, он уже нулевой. И все это, в принципе, потому что денег, точнее, у Резолюшена стало меньше, но это потому что Резолюшен байбекался. Давайте глянем, что по байбекам. У Резолюшена еще 5 минут не будет байбека. Так, врыв у нас от Резолюшена на Рошана. Если что, здесь всегда есть Алоха Дэнс, чтобы форстафнуть его на хайграунд. Миднайт Пульс у нас от Энигмы на хайграунд, посмотреть, что там вообще происходит. Как я понимаю, да, Миднайт Пульс лежит. Он Резолюшена не видит, но видит хайграунд. Хайграунд его не интересует, там никого нет. Здесь Сайлент, если что, готов сейвить своего тиммейта. Кричат на Резолюшена. Резолюшен забирает Эгис. Надо его отсюда выталкивать. Йоко тоже надо отсюда уходить. Зачем здесь стоит команда Империи? Непонятно. Друг друга форстафнули, вышли. Все хорошо. Отбили Рошана. Забрали сыр, забрали Эгис. Йоко с сыром. И с Эгисом у нас Резолюшен. Это основная ударная сила команды Empire. 2400 на руках у Резолюшена. Ну, здесь дезолятор покупать уже, наверное, поздновато. Надо идти в какую-то дамагу, и я думаю, даже больше идти в какой-то деф по типу бабочки что-то брать. Тем временем у Эры появляется Ethereal Blade. Будет стараться выключать того же Резолюшена из файта. Эра сейчас нарвется на паровоз из игроков. Эру поднимают в воздух, Резолюшен из Мелда дает по Эре тычку, и Эра не уйдет у нас, скорее всего. Ну а даже если уйдет, то есть чем его забрать. Нет, 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 Эра убегает. Где этот Эра? Эра убегает на реку. Эра убегает после проюзанного Ethereal Blade спокойно на реку. Ну, у него откадышился на тот момент дагер. А после этого Эра попытался убежать отсюда. Ну, не получилось. Компман здесь. БКБ проюзал. Получится отсюда улететь. Ну и что? И что, и что, и что? Погоня за Лимпом. Поднимают воздух у нас Силкида. Лимп отсюда улетает, а Силкид отсюда никуда уже не денется. Еще один фраг для команды Empire. По итогу подрались 2 в 1. 26-23. Резолюшен этот фраг не забирал его. Забрал Always Wanna Fly. 2-7-7 у него счет. Что по артефактам у кого появилось? У Рубика. 1200 на руках. Point Booster есть. Что в куре летит? Гляньте на графики. Графики близко к нулю. По экспириенсу, конечно, НиП очень сильно опережают команду Empire. Курьер просто ТП принес. Always wanna fly. Always Wanna Fly бегает с поинт-бустером. Будет выход в Аганим. Ну, получше будет действие скипетра. Одну секундочку. Ну да, в принципе, брони добавляет больше. И, по-моему, длительность с радиусом повышается. Не длительность 24, а радиус повышается аж на 200. Поэтому, конечно, Аганим полезен. Ну и брони, разумеется, будет у всех повыше. А в перерасчете на минуты, на 51-ю минуту, это действительно важно. У Рубика 2300 на руках, у Алоха Дэнс до Аганима остается всего ничего, 600 голды. У Резолюшена, что у Резолюшена? У Резолюшена, так как я и думал, собирается баттерфляй, уже есть, в принципе, собранный баттерфляй. Улетает у нас курьер на... в магазин Secret Shop. У Templar Assassin на руках 3600. Значит, будет покупаться Eagle Song и прилетит бабочка одним кликом. Что выложить по данной ситуации? Aegis будет еще достаточно долго действовать. Резолюшен пока побегает и так без бабочки. Пусть в стэше полежит. Ну, пускай на всякий случай. Только зачем ее так рано было покупать, не совсем мне понятно тогда.
В принципе, денег тогда не будет на байбек. Через 40 секунд байбек у резолюшена уже будет. Но ему до байбека надо собрать еще 1500 золота. Ну, драки продолжаются пока что. Точнее, драки пока что отсутствуют. Счет 26-23. Пока игра стала немного скучновата. Но, тем не менее... Хоть какой-то экшен... экшен какой-то на карте происходит. Небольшие технические паузы. Но, более-менее, вроде все наладили. Давайте по артефактам пробежимся. Так, кстати, пропал Aegis у... резолюшена, а значит, бабочка уже должна к нему лететь. Но пока еще в стэше на базе баттерфляя лежит у резолюшена. Как прилетит, поговорим. 1000 по голде остается Риза до того, чтобы был байбек. У команды Empire вообще что еще по артефактам намечается? У Бристлбека 3400 на руках. Бристлбек как сумасшедший бьет. У Бристлбека скорость атаки 0.58 в секунду. Просто по одному удару в эталона, ну, 54-я минута, 24-й левел Сайлента. О чем вообще говорить? Сенжин Яша есть, есть Кераса, куча дефа, куча дамаги, Кримзон Гвард есть, БКБ имеется. Скулбашер тоже на месте. Может быть, пора уже, в принципе, Сайленту приобрести Абиссал, чтобы из драки выводить у нас того же СФа. Это было бы совсем неплохо. Кто еще, если не Сайлент, будет собирать данный артефакт, пока не ясно. У Слардара имеется дизолятор, имеется Кераса, и плюс здесь Amplify Damage, поэтому минус миллион дефа, и можно драться. Выходит у нас команда NIP. В бок, в принципе, к Сайленту выходят. Лимп, скорее всего, ворвется в Сайлента. Сайлент все это увидел. Сайленту надо отсюда бежать. Он включает БКБ и старается бежать отсюда. Очень сильно Сайлент проседает по ХП. В принципе, нечем его отхилить. Еще один прыжок от Эры. Эра забирает у нас Сайлента. Вчетвером... разбили Сайленту лицо. Хорошо, в принципе, что он не купил тот же Абиссал, о котором я говорю. Иначе не было бы байбека и не было смысла вообще бы без него драться. В кому впитывать дамагу, пока что непонятно. У ТА после... После баттерфляй появляется 2500 уже на руках. Остается всего лишь 68 по голде до байбека. Лучше бы побыстрее его насобирать. Да, в принципе, 56 еще. Ну уже бей крипов. 9 не хватает до байбека. 6, 5, 4. Ну, резолюшн байбек должен иметь к файту, да. Появляется резолюшн байбек. В принципе, можно попытаться подраться. ТА уже готова. Рефракшн проюзал у нас резолюшн, но тавр постепенно падает. Отжали тавр, отошли назад. NIP играют просто как ниндзи. А, они и есть ниндзи. Ниндзи в пижамах, да, я... Это не шутка была и не нелепая актерская игра. Я, правда, на секунду забыл, что NIP расшифровывается у нас как Ninja Pyjamas. Ну, по голде они в ноле. При том, что они сносят товара и чуть-чуть больше снесли, потому что здесь минус один. И, по-моему, на миде, да, минус? Нет, на миде по-прежнему стоит товар. Один товар больше снесли, но, тем не менее, 0 по голде. 27-23. Empire меньше убивала, но Empire лучше фармит. Давайте глянем на Творца. Резолюшн на первом месте. У него 27, даже 28 тысяч на Творц. За 56 минут нафармил достаточно много. 4 тысячи также есть на руках. Он продолжает фармить. 25 левел. Но деньги лишними никогда не бывают. Надо понять, во что у нас выходит резолюшн. Во что вообще есть смысл выходить. А, в принципе, так-то все по артефактам уже имеется. Чего хотеть больше, непонятно. Ну, можно мантастайл... поменять на что-то поинтереснее, например, на МКБ или на ту же Тараску.
Для ТА это нормальный артефакт, я думаю, полезный будет. $4500 на руках у Резолюшена, байбек у него имеется. Давайте вообще включим состояние байбеков. А по байбекам на первом месте... Ой, на первом месте. Есть байбек у Сайлента, есть байбек у Резолюшена. И у троих, в принципе, главных героев команды NIP тоже байбеки имеются. Заходит у нас на хайграунд Эра. У Эры есть Аегис, Эра готов драться. Резолюшену практически сбивают здесь рефракшн. Прекрасный эхослэм от Йоко. Погибает у нас... погибает у нас Силкит. Где у нас... Где у нас Эра? Эра здесь. Эра по-прежнему с Аегисом. Резолюшен наваливает Эри. Резолюшен может Эри, в принципе, оторвать пол лица. Хэндскин. Дезвард от Хэндскина. И Резолюшен его вообще не почувствовал. Так, у нас здесь Эра. Эра пока что не ультила. Эра врывается в толпу под Black Hole. Эра ультит. Минус Silent. Минус Aloha Dance. Минус Резолюшен. Выкупается у нас Always Wanna Fly. И вот вам, черт возьми, эта комбинация. Это комбинация из Энигмы, ульты, СФа. И в идеале, конечно, Дезвард туда бы поставить. Но Дезвард был проюзан ранее. А вот СФа с Black Hole вполне хватило. Команда Empire выкупается. И что же они будут делать? Нет, здесь Энигмы. Я думаю, есть смысл пойти попытаться спушить мид. А дальше спушить еще вот эти строения. Ну и заняться, наконец-то, тауэром. Резолюшен идет в один... Просто в один хит сносит крипов, которые идут ему навстречу. Резолюшен, видимо, злой. Резолюшен готов убивать, как я понимаю. Заходит на хайграунд. 2-3 удара. Плевать вообще на бэкдор протекшн. Сносим крипов, сносим тауэра. Пошли бэкдорить игроки Empire. В принципе, все для этого есть. 66 секунд, не будет Энигмы. Резолюшен у нас под Гримсон Гвардом сбрасывает себя Amplified Damage. Нормально, под ультой Always Wanna Fly будет драться. Рефракшн проюзал, здесь Эра. Эра пока что... Так, где сыр? Кто куда выложил сыр? Что это такое? Врывается у нас Резолюшен, дальше продолжает драться. Его выхилили. Резолюшен под Дезвардом драться не собирается. Резолюшен готов убивать бараки. Ну, было бы кем... Было бы кому помочь еще. Врывается Лимп, стан сразу по двоим. Always Wanna Fly под станом. Резолюшен из Мелда, Лимпу разрывает пол лица. Лимп еще один удар и отходит у нас в таверну. Также у нас по Эре пошла дамага. Есть Аегис у Эры, если что. Уходит Эра в Этериал Блейд. Разваливают Эру, в Аегис из него выпадает. Это минус 5. Но Эра с Аегиса сейчас поднимется. И чем Эре драться, пока что непонятно. 5-300 у него. Он готов сражаться с командой Empire. Но Empire тоже готовы драться против Эры. Еще один удар. Эра отправляется в таверну. Сразу же байбек от Эры. Т4 падает. Через 3 секунды будет Энигма, но у Энигмы 50 секунд не будет Black Hole. Эра врывается сюда, Сайленту по спине наваливает. Положили на землю Midnight Pulse, где находится Templar Assassin. Templar Assassin летает по всей карте, и Резолюшен просто бьет трон. Получает стан от Силкида, один удар в Силкида, Силкид упадет, но Резолюшен и сам не хочет здесь особенно драться. Резолюшену надо отсюда уходить, он уходит в инвиз. Смолда нет, нечем просветить. Что такое? Какая это минута? Почему нечем просветить? Резолюшен пока что здесь. Резолюшен делает блинкаут отсюда. Погоня за ним. Сразу два человека за ним. Здесь фиссура на подсейф от Шейкера. Ой, какой крутейший экшен. Еще через 4 секунды у Резолюшена будет блинк. И надо делать блинкаут отсюда. Да, Резолюшен не хуже меня это понимает. Ну что, полтрона снесли. Полтрона. Т4 упали. Полтрона снесли. И вот вам, пожалуйста. Вот вам создатель Эра с СФом. Не очень СФ спасает. СФ как будто спрашивает, за что. Человек, анекдот, пощади. Лежит гем. Гем пока никого не интересует. Что у Эры на руках? У Эры есть Butterfly, есть у него Manta Style, есть Eye of Skadi, Ethereal Blade, Helm of Dominator. Чего не хватает ему? Это, скорее всего, не хватает сатаника. Больше для счастья Эре ничего не нужно. Команда Empire в полном составе на своем хайграунде. Через 39 секунд появится у нас Bristol Back. У Bristol Back'а имеется Sacred Relic. Он готов покупать Abyssal Blade. А команда NIP готова заходить и мстить за снесенный мид и снесенный Т4. Есть ли смысл драться без
Сайлента. Пока что мид стоит. Есть на всякий случай глиф. Глиф проюзали. 15 секунд не будет Сайлента. Алло, врывается у нас Йоко. Стан сразу по троим. Эхослэм довольно-таки неплохой. Энигма Блэкхолл. Крутейший Блэкхолл. Над Йонасом Фана просто в никуда Блэкхолл. А на этот раз он не ошибается. На этот раз под Дезвардом рассыпается у нас Дазл. Рассыпается у нас Резолюшн. Для этого и должен был быть у него рефрешер орб. Сайлент тем временем ожил. Сайлент готов. Абиссал Блейд по голове. И вот вам еще один Блэк Холл. Но на этот раз от Алоха Дэнс. Эру поймали. Эра в таверну. Эры не будет. 123 секунды. Надо просто покупать Boots of Travel и лететь сносить чертовой матери на этот трон. Минус 5 со стороны команды Empire. Крутой Блэк Холл, который рассказал Эре, что не только в его команде есть Блэк Холлеры. Серьезные. Втроем отправляются игроки команды Empire. Все, кто живы, те и отправляются. Бегут бить трон. Выкупается у нас Witch Doctor. Witch Doctor не имеет Дезвард. Значит, Witch Doctor будет умирать, как только появится на карте Йоко вместе с Сайлентом. Сайлента куча дамаги. Куча вообще дефа. Ему плевать на все вообще. Он просто идет и лупит трон. Что у трона? У трона Backdoor Protection есть. В принципе, имеется. Но тоже можно бить. Ничего страшного, можно бить. Будет Сайлент стоять и ковырять трон. Наплевывает у нас Силкида, стан в него не пошел. Через БКБ, видимо, крип зашли, да, зашли крипы. И трон команды NIP падает. Это называется не на крысу, это называется на опыте. Команда Empire выигрывает первую катку. В противостоянии Best of 3 стоит и орет у нас стоит Хантер. Где-то здесь руки к небу. Возвел SF, Vengeful Spirit от Силкида 0.13, то, что бросилось в глаза. Bristol Back 16.7. Resolution как закончил? 11-6 и 16-8 эра. В принципе, главные действующие лица данного матча. 1 час 3 минуты продлилась эта игра, и команда Empire выходит вперед на данный момент. Они выигрывают 1-0. Еще раз напоминаю, игра и встреча в формате Best of 3. Победитель выходит в квалификацию Major All Stars турнир первый сезон. У микрофона друг, это студия спортивного киберспортивного комментария игрокам ТВ. Спасибо всем, кто в этот поздний час слушает нас, всем, кто с нами остается. И очень скоро услышимся, пока что не переключайтесь.